Пожалуйста, Иван Алексеевич. Уже ждут. Вам здесь будет удобно. Здравствуйте, Иван Алексеевич. Очень рад вас видеть. Прошу вас, присаживайтесь. Приятного отдыха. Надеюсь, вы проголодались? Что-нибудь закажете? Ограничимся тем, что есть на столе. Интересное место. Кооперативный ресторан. Один из первых. Комсомольцы наши открыли. Комсомольцы? Толковые ребята. Будущее за ними это определенно. Смотря какое будущее, Олег Рифкатович. Но вы же читали выводы наших аналитиков? Читал. Настаиваете на том, что нас ждут перемены? Знаете, китайцы в эпоху перемен жить не советуют. Но я с ними не согласен. Кого вы представляете, Олег Рифкатович? Неужели весь Центральный комитет? Это ненужные вопросы, Иван Алексеевич. Я хочу понимать, с кем имею дело. Единственное, что я могу вам сказать, это люди, которые предвидят немного дальше, чем все остальные. Думаю, раз вы уже здесь, значит, к какому-то решению вы все-таки пришли. Меня удивляет, что вы выбрали меня, а не Стручкова. С Владимиром Александровичем сейчас работают другие товарищи. Вы в курсе, что в Комитете государственной безопасности грядут перемены? Немного. Вы считаете, что это подковерные интриги? Что Горбачеву просто не нравится Темников, и он хочет переместить его в секретариат ЦК? Вы думаете, все так просто? Я думаю, вы мне сейчас объясните, как обстоят дела на самом деле. Иван Алексеевич, через несколько лет станет реальностью то, во что сегодня совершенно невозможно поверить. Нас ждут не просто перемены. Нас ждет целая эпоха перемен. И управлять такой мощной структурой, как КГБ, должны подготовленные к этим переменам кадры. Например, я. Вероятность очень велика. В любом случае, мы должны позаботиться о будущем. Вы с нами, Иван Алексеевич? Давайте называть вещи своими именами, Олег Рифкатович. Вы хотите, чтобы я помог вам открыть как можно больше банковских счетов на Западе, чтобы, когда наступит час X, вы смогли перевести туда народные деньги. Я правильно излагаю? В общем и целом правильно. Это фонд партии, который мы должны использовать максимально эффективно. И вы с вашими людьми должны нам в этом помочь. Еще скажите, что мне это зачтется. Зачтется, Иван Алексеевич. Обязательно зачтется. Этот ваш офицер, который сдался американцам в Варшаве, Перушин, кажется. Судя по всему, вы уже начали работу в этом направлении. Как вы узнали? Иван Алексеевич, это неконструктивно. Нам известно гораздо больше, чем вы можете себе представить. Даже не знаю, что делать. То ли арестовать вас, то ли слушать указания. Арестовывать меня дело абсолютно бесперспективное, Иван Алексеевич. Поверьте. Такое ощущение, что у вас тут кабинет. Мне здесь удобно. Хочу вас поздравить. Ваш Первушин, кажется, прошел проверку. Откуда вы знаете? Даже мне еще не докладывали. Наверное, Стручков что-то узнал и поделился с вами информацией. У нас свои источники. Между нами Стручкову в свои планы мы решили не посвящать. Итак, спасибо.
Чем вызвана срочность нашей встречи? Мы заинтересованы в операции «Фантом». Вы об этом знаете? Разумеется, Иван Алексеевич. Я же говорил, вы не представляете всех наших возможностей. Итак, мы заинтересованы в операции «Фантом». Причем мы рекомендуем вам довести ее до конца. До самого, что ни на есть логического конца, Иван Алексеевич. То есть вы предлагаете... Да, мы предлагаем вариант, при котором капитан Громов станет нашим агентом в Соединенных Штатах. Но один я этого не решаю. Завтра со Стручковым мы по этому вопросу идем к Темникову. Я знаю. Что? Уверяю вас, Иван Алексеевич, вам помогут. Вам нужно только предложить эту операцию, тщательно ее разработать. Вы нам очень пригодитесь на месте председателя КГБ. Когда Темникова переведут в секретариат ЦК. Можно вопрос? Конечно. Вы представляете, скольких наших преданных чекистов ждет разочарование, если все, о чем мы сейчас говорим, окажется правдой? Разумеется, мы просчитывали все. Но это необходимые потери. На кону стоит слишком много. На кону страна, которую вы собираетесь развалить. Слабая страна, Иван Алексеевич. Должно пройти лет 15, прежде чем она снова начнет набирать силу. Но мы должны через это пройти. Другого выхода нет.